Дорогие друзья, уважаемые любители футбола, всем здравствуйте! Приветствую вас в Подмосковье, а именно в Химках на одноименной арене. И сегодня этот тур заканчивается другим центральным матчем, в котором принимают участие Химки и махачкалинская «Динамо». Залимхан Юсупов и 47-й Никита Глушков. Пара нападающих 28-й Сердер Сердеров и 70-й Михаил Костюков. Главный тренер «Динамо» Курбан Бердыев. Исаенко далее в штрафную на Руденко передача. Кажется, нет, пас короткий на Коряна. Удар в дальний угол. И, кажется, не подобрал здесь правильный шаг Давид Волк. Оступился на секунду. На его счастье не попал Аршак Корян. Но то, что не хватает человека, который способен был бы грамотно открыться и убежать, пока это вполне понятно. Корян с мячом. Это очень широко. Взял тут, конечно, очень серьезное вращение для удара. Но мяч ни в какой из реальностей при таком ударе не попал бы в уголок. Пас в центр и далее левее на Степанова. Дальний удар. Мяч выше ворот летит. Хорошая динамичная атака, но снова без удара в створ ворот. Я к коллегам обращаюсь. А можно нам показать статистику по ударам именно в створ? Неплохие включения по бровке, отмечал. Твое мнение. Ну и удар у него неплохой был. Ошибается Мутали Полибеков. Резкий удар от Руденко. Добивания не будет. Подбегал, но кто там перестраховал? Ты, наверное, увидел. Подмосковного клуба. Исаенко справа с мячом. Снова ситуация 3-3. Хорошая проникающая передача. Удар! Перекладина! Добивание! И здесь пока недоступно. Это был самый опасный момент. И он пока еще не заключен в объятия. Можно и отсюда плотно пробить. Волк роняет мяч перед собой. И снова страхует команду Храмцов. Классная ударная минутка в исполнении Химок. И опять Аршак Корян пытался выбежать из-за спины. И опять пытался подкараулить. Отскок влево от Коряна. Пас чуть назад. Еще одна передача поперек. Отсюда можно палить. И снова не было. Красота. Капитан Раиль Нетфулин сейчас был близок в очередной из разов по центру. Он часто в последнее время подходит. В кадре Андрея Талалаева, который пытается, похоже, вручную командой своей управлять. Кому куда открываться, куда передачи отдавать. И все снова направо. Голубович. Подача неплохо. Не будет удара. Смахивает мяч с головы у Руденко. Кабачевич. Слева уже навес. И вот удар. И есть гол! 1-0 Химки! Но было это ощущение. Блестящая подача с левого края. И удар Равиля Нетфулина. Ну и вот капитанский гол. Кто же еще должен был сейчас забивать и выводить свою команду вперед и поднимать ее в турнирной таблице вверх? Один раз. Великолепный удар, который нанес Равиль Нетфулин. Принесли победу Химкам в этом матче. Таким образом продлевается беспроигрышная серия химчан в Мелбет первой лиги до 6 матчей.